Всем привет, друзья! В эфире мега распаковка. Все, погнали. Так, петрушка, лук. Это зашел в один киоск, ну, овощной. Все это у меня вышло на 21 рубль. Также зашел в кулинарию, взял такой салат капуста, морковь. 30 рублей, короче, без чека, потому что мелочью расплатился. Ну, была мелочь, отдал. Дальше погнали. Сеть магазинов Кировский. Соус. Слобода. 89,99. Дальше корм Китикет. Раз, два. 3, 4, 5. Стоит он 18,99. За 5 штук 94,95. Общая сумма у меня вышла 184 рубля 94 копейки. Сеть магазинов Кировский. Вот такой вот сегодня мега обзор.